Огромная беда заключается в том, что у нас про авиацию вспоминают от аварии к аварии. Вот произошла катастрофа, все вспомнили, что у нас беда в этом сегменте. Ну и ничего не делается на самом деле. Я помню, скажем, там была шумная катастрофа, потом тоже бум был, всплеск эмоций по Томскому, всплеск эмоций, молчание. Потом вот в Москве, во Внуково, самолет одной авиакомпании выехал аж на Киевское шоссе. Тоже был всплеск эмоций, обещание депутатов срочно разобраться, принять законы и молчание. Ну, сейчас печальное событие в Казани, 50 жертв, опять, естественно, буря эмоций, обещание принять какие-то законы. Я думаю, что, увы и ах, все это опять будет отложено до, к сожалению, какого-то следующего печального события. А почему это происходит? Да происходит по понятной причине, что у нас растет экономика, а вместе с экономикой э, растут и ряд сегментов, в том числе и сегмент перевозок. И э, к сожалению огромное это тоже вот фундаментальная проблема всей нашей экономики, что у нас э, вот спрос есть, а предложения нет. И это особенно касается рынка труда и особенно касается как раз достаточно сложных технических специальностей. это тоже огромная катастрофа. Когда у нас не хватает летного состава, не хватает техники, ведь все это зачастую не от того, что, как многие думают, у нас летают какие-то ржавые самолеты. Да, самолеты это зачастую нормальные, но мы знаем, есть проблемы и количество пилотов, и техников и так далее, так далее, так далее. Даже авиакомпании, у которых достаточно хорошая статистика с точки зрения катастроф, например, Аэрофлот все равно поднимает там известный вопрос. Чуть ли не там о том, что получить возможность гастарбайтерам становиться пилотами. Был скандал там, да, пока эти законопроекты не приняты, но эти вопросы будут и будут подниматься. Растет нагрузка на летный состав, и мы видим, что то произошло. Людей, которые не имели опыта работы на этих машинах, поставили на эти машины, они даже управлять ими еще не научились, у них не было необходимого числа на лет... А потом мы удивляемся, какие ошибки этот летный состав э, принимает. Поэтому рост экономики это здорово, но надо понимать, что, конечно. Предложение предложению должен соответствовать какой-то, наверное, качественный и разумный спрос. Это касается рынка труда прежде всего. Когда вы развалили систему образования, там, систему простих училищ, чем мы удивляемся? То, что у нас и в инфраструктуре, естественно, тоже эти проблемы будут. Поэтому тут вопрос не только, увы и ах, в железе, и даже сколько вы не принимаете законы, которые борются там, с эксплуатацией судов там, с большим налетом. Проблема в людях, и вот эту проблему решить, наверное, за один-два года не получится, но с этого надо начинать все.